Привет, друзья! Калибр оружия – это расстояние между противоположными полями нарезов канала ствола, и эта величина является одной из главных характеристик, определяющих мощность оружия. Легендарная винтовка Мосина, принятая на вооружение царской армии еще в 1891 году, была разработана под патрон 7,62 на 54 мм, и именно с того момента этот калибр надолго закрепился в оружейном мире. Казалось бы, виновник найден. Разработчик патрона, который просто не любит целые числа, но это не так, все гораздо проще. Дело в том, что в то время в царской России использовалась английская система мер, и все измерялось не в сантиметрах и миллиметрах, а в дюймах и линиях. Одна линия – это десятая часть дюйма, и она равна 2,54 миллиметра. Три линии – это как раз таки 7,62 миллиметра. Получается, что изначально калибр пули имел ровное значение – три линии. Отсюда и название винтовки Мосина «трехлинейка». Метрическая система была допущена к применению в России в 1899 году по предложению Менделеева, а введена в качестве обязательной системы измерения временным правительством в 1917 году. Патрон и винтовка уже использовались 26 лет, и никто целым значением калибра заморачиваться не стал. Но почему же, когда разрабатывался патрон для будущего автомата Калашникова, решили оставить калибр 7,62, не приведя его к ровному значению? Английские станки, на которых изготавливали стволы и пули для оружия, были заточены именно под этот калибр. И переделывать все только ради красивого калибра не стали. Экономическая ситуация в стране не позволяла это сделать. Но как же быть с калибром 5,45 мм, который создавался с нуля в 70-х годах, когда экономическая ситуация в стране была куда лучше, чем в послевоенное время? Появление у нас такого калибра стало ответом на принятие на вооружение в США 5,56 мм автоматической винтовки М16. Наши разработчики, чтобы далеко не ходить, повзаимствовали американский промежуточный патрон калибра 5,56 мм, 0,22 дюйма. Внесли кое-какие изменения и получили патрон калибра 5,6 мм. При этом баллистические свойства этого патрона оказались приемлемыми. Методика измерения калибра у нас и в США отличается. У нас калибр измеряется от поля до поля, у них по глубине нарезов. Если же измерить калибр АК-74 по глубине нарезов и диаметр пули по факту, то мы получим 5,6 мм. Но так как в СССР калибр оружия измерялся по полям нарезов, то и записали его как 5,45 мм. Кому понравилось видео, не забудьте подписаться на канал, оставить комментарий и нажать на колокольчик. Впереди вас ждет еще много интересных и необычных фактов. С вами был Алекс Мосс, спасибо за просмотр, до новых встреч!